Вы знаете, дорогие друзья, народная мудрость гласит, что война заканчивается, когда захоранивается последний солдат, погибший на ее фронтах. Для нашего земляка Григория Некрасова война закончилась спустя 75 лет после его фактической гибели. Сегодня, к сожалению, в мире появилось очень много умников, которые пытаются переписать историю, которые пытаются передать тот героизм, который вынес наш народ другим людям, которые имели слабое отношение, имели к этой великой победе. Наша задача, чтобы наши дети, наши внуки помнили ту цену, которую заплатил Советский Союз за эту победу, то стремление, те люди, захороненные сегодня, чьи останки лежат в засыпанных окопах. Поэтому меня, вот лично меня, как человека нашей страны, очень одолевает гордость, что я родился в Советском Союзе. Видели мы именно наше воспитание, видели мы, как все это проходило. И я хочу поднять, сказать, что вечная память павших.